Добрый день. Сегодня вам покажем линию розлива, укупорки и этикетировки, в составе которой есть входной стол для подачи флаконов КДМ-600, перистальтическая установка для дозирования жидких продуктов МДП-200L, ориентатор колпачка и крышки, укупорочный модуль МЗ-400Е2М, блок этикетирования тары Аура-500, обкатчик флаконов для ровного нанесения этикетки на тару и выходной стол КДМ-600. Сегодня мы будем разливать ветеринарный раствор в стеклянную тару объемом 100 мл. Давайте приступим.